Здравствуй, большая страна! Добро пожаловать в Хабаровск! Добро пожаловать на стадион имени Ленина! Мелбет, первая лига, рано утром по московскому времени и, ну, скажем так, не рано днем, приглашает нас с вами в этот славный дальневосточный город на матч 12-го тура, в котором местный футбольный клуб СКА принимает Краснодарскую Кубань. Дамы и господа, устраивайтесь поудобнее. Мелбет, первая лига, 12-й тур стартует прямо сейчас. СКА Хабаровск, Кубань. Мы начинаем. Вы готовы? Если вы еще не ложились, то потерпите 2 часа. Если вы уже проснулись, то доброе утро. И СКА тоже так потихоньку. Но с каждой атакой все интереснее. Все опаснее. Нарушение правил. И штрафной удар. И будет очень интересно. Но тут какая-то домашняя заготовка. Креативщик Шаронов, это сработало. 1-0 Олег Кожемякин. Нет положения вне игры здесь. Великолепный гол. И какая шикарная домашняя заготовка. Выучили они уроки розыгрышей штрафного. И Олег Кожемякин выводит Хабаровск вперед. Такой абсолютно спокойный матч. И не я, Никитин! Пушка страшная. Андрей Никитин. 2-0. Ох, как он нам подарил на завтрак этот гол, что называется. 2-0. Андрей Никитин в ближний угол. Юрий Нестеренко второй отправляет. Очень вкусно. Очень здорово. Очень красиво. Ой-ой-ой-ой-ой. Доброе утро. В порядке, Юрий Нестеренко в полном. Какой удар. Абдоков. Ну, не его позиция для удара, но для розыгрыша штрафного отличный эпизод. Не в руку ли там мяч попадает, Имамов спасает. Еще раз. Мягкая подача Абдокова. Дальше удар. Раз, Имамов. Здесь, казалось бы, мяч в руку попал Ивану ли Темникову. Ну, а тут уже Имамов нет. До линии, конечно. Да, отличный удар Темникова. Вот говорил я вам про то, что обратите внимание на Ивана. Побежали. Мусалов на второй пока, на третью не переключается. На Никитина катит Никитин. А с дриблингом у парня все в порядке. Вот Никитин. И аккуратный перевод. Корнюшин мог первый свой мяч в Хабаровске забить прямо сейчас. Отличный эпизод. Каков Никитин. Как в начале сезона все им восхищались. Потом какая-то пауза была у него. Абдоков. Центр. Осипов головой. Имамов отражает мяч перед собой. Благо тут Корнюшин на подборе сразу. Снова стандарт и снова все это работает. Высоченный Евгений Осипов. Вадим Валентинович прекрасно понимает, что для него, конечно, и в этом матче, и для его команды настоящая задачка со звездочкой. Тем более такой момент. Кутовой — это футбольный булит. Это булит, который Кутовой не забивает. Максим Кутовой. Меньше всего нам сейчас, наверное, хочется узнать, что он там говорит, потому что все примерно понятно. Слова там совсем не эфирные. Дали Кубани эту атаку вести. Имамов сильно вперед. Наверное, самое правильное решение. Шарль против Осипова. Продавил. Шарль. Еще один булит не забивает футболисты СКА. Еще один футбольный булит. И снова Нестеренко герой. Шарль. Беги. Бежит и не забивает. Снова Нестеренко. Три раза футболисты СКА не реализовывали выход 1-1, а здесь все. 2-0. Два спокойных гола в середине первого тайма в исполнении Олега Кожемякина и Андрея Никитина приносят 3 очка команде Романа Шаронова.